священника памятник, это священник Кецарадзе, который, видите, у него печатный станок, и мы видим, он там даже, ну, как от машинок, которые печатают, ну, буквы на листке у него в руках. Вот в 18 веке он изготовил первый печатный станок армянского алфавита. Осторожно, мы с вами зайдем вовнутрь. Я сейчас поставлю пропуска. Билет и станок. سلام. Thank you.